Всем привет! Сегодня у меня на канале будет распаковка товара с Алиэкспресс. Вот, в предыдущем видео мы ходили на почту с Сашей и получили эту посылку. Пока точно не знаем, что здесь, сейчас посмотрим. Мы как раз оценим, что может быть. Но вот это, мне кажется, это часы, потому что в такой коробке, ну, мы, в принципе, их и заказывали. Может быть, это и часы. Давайте как раз и начнем с этой коробки. Так. Да, детские часы с GPS. Уже по коробке вижу, что это такое, потому что у нас уже такие были. Вот. Наклейки, наверное. Да, это снова наклейки. Такие в подарок. Тоже еще какая-то наклейка. Так. И сами часы. По цвету они, в общем, розовые. В комплекте у нас идет... Так, это не открывается. Сам провод для заряда. Так, вот он, ну, обычный USB. Там инструкция еще есть. Так, не буду ее, наверное, вытаскивать, потому что там и так все, в принципе, понятно. Вот, и давайте я сейчас покажу, как выглядят сами все часы. Так, у меня что-то, по-моему, камера сейчас, зарядка сядет на камере. Так, вот. Часы. Розовые. Интересно, они заряжены или нет? Нет, они разряженные. Ладно. Просто оцените тогда внешний вид. Ну, они отслеживают расстояние, там, где вы ходите по GPS ребенка, то есть и передают в специальное приложение, скачиваете на телефон, и оно определяет местоположение этих часов. Вот вторая посылка. Так, здесь нет пакетиков. Вот здесь все. Следующий, давайте открываем. И здесь у нас наушники. Наушники i10. Две упаковки. И еще один пакет. Вскрываем. И здесь у нас эти эндоскопы. Объясню, для чего. Так, продолжаем видео. У меня батарейка села. Говорили по поводу эндоскопа. В общем, я хотела сказать, там, для чего он нужен. В основном он нужен для тех, кто делает ремонт в компьютере или в каких-то закрытых пространствах. Но это, знаете, не в компьютере же. Саш. Что? А где вот это для чего вообще нужно? Чтобы там на конце камера и этот фонарь. Наблюдать в труднодоступных местах. Допустим, водопровод, раковину. Ну, да. Вот, и если вот посмотреть, сейчас я вам покажу. Здесь в наборе вот такие штучки. Так, фокусируйтесь, да, вот. Так, а здесь вот наконечник там обычный USB. И здесь... Сейчас, вот. Фонарь и камера. А по длине какое-то?
кнопка. Не знаю, какая длина. Диск есть с инструкцией, да? С программой, наверное. Это вот все, что в наборе в этом. Так. Ну, давайте посмотрим теперь на наушники. В комплекте зарядное устройство, такой вот сам кейс, так вот. Такие наушники. Но они довольно-таки миниатюрные, такие аккуратные. Такие. Но мы их еще не пробовали, будем проверять. Но я думаю, то, что они неплохие. Если они неплохие, то я оставлю ссылку под этим видео. Вот. Сейчас они разряжены, поэтому невозможно их пока включить. Вот, на весь этот товар ссылки будут под видео. Если вам интересно, но это вот эти наушники одни из самых лучших из бюджетных беспроводных наушников. Ну и еще я вот в своем предыдущем видео рассказывала по поводу одних наушников, которые мы протестировали, которые действительно качественные, громкие и то есть по своему объему очень аккуратные. Ну, то есть они аккуратно выглядят. Я сейчас не вижу экран, к сожалению. Вот сейчас я вижу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!